тренер Карл Цейса. Он больше, так сказать, внешне выражает волнение, чем Нодар Ахалкадзе. Чивадзе с мячом. Саладзе. Гуцаев. Мяч выбит за боковую. Шиллинг в падении выбил. Мяч Гуцаев. Твилисы будут бросать аут. Сыграли на Шенгелия. Мяч Браулером выбит из штрафной. Затем Гобе. И пас вперед. Хорошая атака наметилась на ворота Динамо Тбилиси. Грабе успеет. Да, успел к этому мячу. Удар ворота. Гол. Обошлось без ошибки. Вот промахнулись защитники. И Герхард Гобе на 27-й минуте открыл счет. 1-0. Впереди футболисты из ГДР. Бросили. Параселия. Чивадзе. Шенгелия развернулся, идет к воротам, приблизился, прошел одного, отличная передача, ну, удар ворота, гол, гол! Володя Гуцаев, молодец! Шенгелия тут сыграл отлично. Из-под острого угла Владимир Гуцаев низом, ближний от вратаря угол, забивает мяч в ворота Карл Цейса. И ударом от ворот ведет мяч в игру. Ну, как видите, команды стараются не рисковать. 4,5 минут до конца основного времени, и каждая ошибка может привести к поражению. Тбилиси, Кибьяни. Караселия. Вошел в штрафную, ну, можно бить. Обвел второго. Удар ворота. Гол! 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 Виталий Караселия за 3,5 минут до конца встречи забивает мяч в ворот Цейса. 2-1. Вот великолепно. Двух обвел и низом правый нижний от вратаря угол. Виталий Караселия выводит вперед динамовцев Тбилиси.